От друзей, да? ВКонтакте. То есть большинство ВКонтакте. А кто-нибудь на наш таймпад подписан? О, тоже подписано. Такой вопрос. Вот. Из-за того, что у нас мероприятие теперь каждую неделю проходит, вот мы раза по три отправляем письма с анонсами. Я несколько переживаю то, что не считаете ли вы это спамом, не отправляете нас в бан. Вот, люди, которые вот по таймпаду получают, для вас окей? Вот, а то я привык, так скажем, не злоупотреблять. А, так. Сейчас узнаем, все ли у нас готово. Все, окей? Так, ну, собственно, тоже поднимите руки, кто уже был на лекциях именно в последнее время, там, последние недели. О, большинство. Как вы уже поняли, то, что мы большую часть тем делаем с медицинским уклоном, потому что мы проводим мероприятия в Московском центре инновационных технологий здравоохранения. Собственно, можно поблагодарить их представителей, в том числе Евгения, за то, что эти мероприятия здесь проходят, потому что это... Если бы не они, мероприятия, скорее всего, не проходили бы. Вот, можно им похлопать. В принципе, лекции, опять же, у нас в основном про медицину, но мы еще не затрагивали тему, так скажем, связанную с какой-то робототехникой. Но, опять же, робототехника, медицина. В принципе, логично из этого как-то вышло, что было бы здорово рассказать про роботизированные протезы. И поэтому мы сегодня пригласили Илью Чеха, сооснователя компании Моторика и ее директора по разработкам. Расскажите тоже, поднимите руку, кто уже слышал про эту компанию, кто знаком с ней. Блин, да здесь вообще все свои практически. Может, у нас общие друзья тоже? От себя немного добавлю то, что я с Ильей знаком уже очень давно, я даже не знаю, лет 7 или 8. И не скроет, что я всегда восхищался проектом, который совмещает в себе, с одной стороны, социальную какую-то, так скажем, составляющую, и в то же время технологическую. На мой взгляд, это очень круто. Кстати, в данном центре много таких проектов. Вот, очень надеюсь, что мы пригласим кого-нибудь из их представителей тоже выступить. Вот, но не буду больше тогда отнимать у вас время. Давайте поаплодируем Илье за то, что он сегодня перед нами выступит. Вот, давай. Да, спасибо, Ром. Привет, друзья. Мы сегодня поговорим не столько, наверное, даже про моторику, сколько в целом про технологии, про киборгизацию, как мы это называем, да, про медицину, про робототехнику и как все это в ближайшем будущем уже изменит, собственно, наш облик, нашу функциональность в каком-то виде и так далее, и так далее. Я в компании отвечаю за исследования, за разработки, то есть я, ну, можно сказать, технологический визионер и... Моя задача — придумывать новые технологии и потом, собственно, давать команде такое, значит, расплывчатое описание, типа, чего я придумал, и они потом уже думают, как это все реализовать. Такая самая интересная должность в компании, на мой взгляд. Соответственно, сегодня я расскажу в целом про те технологии в мире, которые сейчас есть в области искусственных органов, искусственных конечностей, куда двигаются общие тренды, скажем так, и немножко про нас, чем мы занимаемся, какими проектами занимаемся и так далее. В целом, если посмотреть на ключевые направления медицины в будущем, их можно разделить на три направления. Это фармакология, она будет абсолютно всегда. Это генетика. Сейчас только-только начинает развиваться. Пока еще много где запрещено и много чего запрещено, скажем так. Но я более чем уверен, что в любой стране есть лаборатории, которые, несмотря на это, занимаются теми вещами, которые в будущем, по сути, избавят нас всех от практически любых болезней еще на стадии рождения и на стадии роста плода. И кибернетические аугментации. То есть это вот то направление, которым занимаюсь я и моя команда. И это направление не столько утраченного, про компенсацию, но в будущем это будет именно про аугментацию, то бишь про улучшение возможностей. И это как раз то направление, в котором я вижу наше общее будущее, и сейчас наша задача моей команды потихонечку развивать, закладывать первый фундамент для того, чтобы в будущем команды уже по нашим стопам шли и развивали новые технологии.
Если окунуться немножко в прошлое и посмотреть, как вообще это направление развивалось, то, например, первые биоэлектрические протезы, то есть это протезы, которые управляются через мышечные импульсы, то есть через специальный человеко-машинный интерфейс, который считывает с мышцы остаточную электрическую активность и передает этот управляющий сигнал на, собственно, роботизированную кисть. Они были придуманы примерно в 1958 году в Союзе, в Германии, примерно в одно время, и, соответственно, вот первые такие изделия были уже установлены в 1958 году. И концептуально с тех пор они практически не изменились. То есть те же самые интерфейсы, понятно, улучшилась механика, улучшились датчики, улучшился внешний вид, вот, но концептуально протезы остались практически такими же. Следующий большой этап был это разработка искусственного сердца. В 1985 году первый человек получил полностью искусственное сердце. Оно было еще достаточно слабым с точки зрения автономии. Да, он носил с собой маленький рюкзачок, в котором был аккумулятор, который нужно было постоянно подзаряжать. Но вот как факт, такая операция в 1985 году была проведена впервые. Сейчас уже больше 2000 человек живут ежедневно, используют такие искусственные сердца. И современное сердце, я вот последний раз был еще там до ковида в Германии на выставке в 2018 году, и там уже демонстрировали прототип искусственного сердца, полностью автономного, без выносного аккумулятора, который может до 10 лет находиться в организме человека и, соответственно, работать полностью автономно, без подзарядок. Соответственно, сейчас это направление очень активно развивается. В 2006 году была проведена первая операция по вживлению бионического глаза, бионического импланта Argus-2. Это, на самом деле, сложно назвать вот таким прям полноценным глазом, то есть в целом зрение и структура восприятия картинки — это один из самых сложных вот таких сенсорных элементов, которые заместить достаточно тяжело. И проект Argus-2, он делал, по сути, имплант, который позволял человеку видеть некий фон, да, то есть он примерно видел очертания какие-то объекта, какой-то фон, ничего четкого, понятно, да, не так, как видим все мы, но, тем не менее, давал какое-то представление человеку о том, что находится перед ним. Вот, соответственно, с 2006 года этот проект работал. К сожалению, в этом году они закрыли свой проект из-за недостатка финансирования. И всего они провели за вот все время работы около 300 имплантаций. Из них две были в России. У нас в России есть команда, это ребята из SensorTech, которые делали две операции с этими имплантами. И, собственно, они последние два года уже занимаются своим собственным проектом. То есть в России тоже есть компания, которая занимается тем, что создает имплант для искусственного глаза. Вот. Но они немножко по другому принципу работают. Они работают с так называемым фосфенным зрением. То есть, не знаю, когда кто-нибудь вот резко встаете, да, у вас иногда бывают такие звездочки в глазах. Да? Вот этот фосфенный эффект, то есть когда возникают такие яркие маленькие вспышки, и этот эффект можно стимулировать с помощью импланта для того, чтобы камера, допустим, которая различает границы объектов, и имплант стимулирует зрительную кору так, чтобы человек видел перед собой, по сути, вот эту вот проекцию границ этих объектов. И получается, что вы видите, как такой некий черно-белая проекция трехмерного изображения, но при этом вы видите все грани, вы видите, собственно, все объекты, вы примерно можете сказать, что это такое. И вот ребята, собственно, российская команда в этом направлении активно работает. В 2012 году было, на мой взгляд, очень знаковое событие, хотя достаточно прошло незаметно. Вот. В чем его суть? На Олимпиаде в Лондоне южноафриканский бегун был дисквалифицирован. Он участвовал с обычными людьми, бегал одинаковые трассы, и он был дисквалифицирован, потому что он бегал на двух протезах, которые были специально спроектированы под него для бега. Они были спроектированы по анатомии ноги гепарда, и он очень легко обгонял на любой дистанции всех здоровых спортсменов. И, соответственно, его дисквалифицировали с комментариями, что это нечестно бегать на таких протезах, поэтому будешь участвовать в Паралимпиаде. Вот. И это такой первый знаковый кейс, который показал, что применение технологий в протезировании позволяет уже улучшить какие-то определенные возможности человека. В данном случае это пока просто бег, да, то есть, например, в таких протезах очень неудобно там карабкаться по скалам, либо подниматься там по ступенькам, да, или кататься там на коньках условно, но зато бегать он может гораздо быстрее, чем обычный здоровый человек. И это такой первый шажочек, который показывает, что современные технологии, они позволят в будущем существенно превзойти возможности обычного здорового человека. Вот. Ну и в 2017 году стартовал проект Neuralink, в который инвестировал Илон Маск, и на сегодняшний день этот проект является
передовым именно с точки зрения разработки нейроинтерфейсов, хирургических методологий по имплантации интерфейсов и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это будет первая команда, которая сможет действительно полноценно разработать нейроинтерфейс, с которым человек сможет выполнять там очень много разных операций и просто с компьютером, и управлять теми же протезами и так далее, и так далее. Поэтому мы вот за этим проектом очень активно следим и смотрим, что у них получается. На Ютубе можно посмотреть очень классное кино, называется «Бионический человек». Их там две части было. Последняя вышла, по-моему, в 2017 году, 16 или 17 год. И в чем интерес? Команда инженеров покаталась по миру и собрала все технологии, которые так или иначе касаются замены человеческих органов, конечностей и так далее. И они с удивлением выяснили, что на сегодняшний день около 70% человеческого тела, то есть всех органов, сосудов и так далее, можно заменить на те или иные искусственные аналоги. Много из этого пока еще находится в прототипах, то есть в рынке достаточно мало еще таких изделий. Вот. Но в целом, если посмотреть на то, что происходит, то мы очень быстро двигаемся к тому, что все органы будут заменены, все конечности уже заменены, можно заменить, кровеносные сосуды, искусственная кровь, различные другие жидкости, другие соединители, искусственная трахея и так далее, и так далее. Много из этого уже есть в разработках. И, соответственно, в ближайшей перспективе, там, 20-30 лет, все эти прототипы будут выведены на рынок и, соответственно, будут доступны для обычных людей с точки зрения вот, замены органов, которые выходят из строя, скажем так. Вот, поэтому сейчас как раз тот момент, когда такие проекты начинают очень активно развиваться, привлекать очень много инвестиций, и в целом для меня это, в принципе, одно из таких направлений передовых, которое существенно изменит вообще понимание о том, что такое человек и как он будет выглядеть. Вот. Расскажу коротенько про основные элементы киборгизации, скажем так, в будущем, да, это экзоскелеты, протезы рук, протезы ног, искусственные органы. В экзоскелетах на самом деле все достаточно грустно, несмотря на то, что это, по сути, первое направление, которое начало развиваться также примерно с 50-х годов. Их можно разделить комплексно на три направления. Это медицинские, военные и промышленные. И наиболее развитые сейчас экзоскелеты, хотя мы больше всего слышим именно про медицинские, военных вообще практически не существует. Тем не менее, самый развитый сейчас это именно промышленные экзоскелеты. То есть это та точка приложение, скажем так, которое получило наибольший фидбэк от рынка, от промышленности, и которое сейчас активно помогает. То есть в промышленности экзоскелеты помогают рабочим переносить тяжести, удерживать длительное время инструменты, снимать нагрузку с позвоночника, в целом с опорно-двигательного аппарата и так далее, и так далее. Медицинские экзоскелеты, как правило, делятся на просто реабилитационные, то есть сейчас не существует полноценных экзоскелетов вот такого повседневного использования, да, чтобы человек мог удобно ежедневно их использовать. Есть разные проекты, но так или иначе они очень слабо развиты, потому что это дико неудобно. То есть человеку очень часто гораздо проще передвигаться и жить в коляске, чем использовать пока еще несовершенные такие вот медицинские скелеты. Вот, поэтому сейчас основное направление здесь идет именно на развитие в промышленности. Если говорить про протезы нижней конечности, то на сегодняшний день это самое развитое направление с точки зрения замещения возможностей человеческой ноги. И вот на картинке как раз один из ключевых разработчиков в этом направлении это Хью Гир. Он работает в лаборатории в MIT. Сам использует свои же протезы, которые он разрабатывает. Он был скалолазом и потерял две ноги в одном из восхождений. И, соответственно, после этого занялся разработкой протезов. И на сегодняшний день он создает протезы, которые невозможно отличить по походке, по биомеханике от здоровой ноги. То есть если он будет идти там, вот, в опущенных брюках просто по улице, вы не поймете, что он идет на протезах. То есть настолько идеально именно его протезы позволяют копировать всю биомеханику ходьбы. Вот. Тем не менее, пока что это, по сути, штучные экземпляры, то есть они недоступны широко сейчас на рынке. Вот. Все, что сейчас продается и все, что сейчас может получить человек, оно гораздо проще и пока еще не настолько совершенное, но в целом технологически они уже приблизились к тому, чтобы полностью заместить вот всю биомеханику стопы, всю биомеханику коленного сустава и так далее, и так далее. И сейчас, если посмотреть на это направление, то очень часто протезы ног развиваются именно
в направлении улучшения возможностей. Вот я уже говорил про южноафриканского бегуна, вот как раз его протезы крупным планом, как они выглядят. Тоже достаточно уже распространенные вещи, и практически там везде в мире, в любой стране можно сделать такие протезы для занятий спортом, для бега. Вот. Но есть, например, еще вот моя любимая картинка, да, горный козел. Как думаете, зачем он здесь? Про скалолазание, правильно, да. И уже существуют, допустим, протезы, которые созданы по аналогии со строением ноги горных козлов для того, чтобы человеку было удобнее заниматься скалолазанием. Вот. И сейчас очень много запускается проектов, вот таких узкоспециализированных, именно в протезах ног, которые улучшают какое-то вот одно действие, которым человек занимается, там, хобби, это профессиональный спорт и так далее, и так далее. Вот. Поэтому протезирование нижней конечности на сегодняшний день является, уже достигло предела с точки зрения замещения функции, то есть это ее первая задача, которую она решала, и сейчас двигается в направлении уже кастомизации и существенного превосходства в какой-то одной задаче, которую, собственно, там, обычные здоровые ноги, да, выполняют не так хорошо, как вот такие специализированные гаджеты. Вот. Протезы рук – это, собственно, вот то направление, которым занимается моя команда. Мы этим занимаемся уже с 2013 года, почти 9 лет уже нам. И изначально, когда мы запускали наш проект, мы столкнулись с тем, что технологический разрыв между тем, как можно делать протезы, да, вот с левой стороны фотографии, как делали детские протезы в 2013 году, да, казалось бы, не так далеко, но вот примерно с 70-х годов вот эта картинка не меняется, то есть она примерно такая же. И мы, когда начали заниматься этим проектом, мы изначально занимались им просто как хобби, то есть у нас не было задачи делать из этого стартап, бизнес какой-то, тем более глобальную компанию. Вот. Нам было просто интересно приложить наши навыки в робототехнике, вот я сам по образованию инженер-робототехник, и мне было интересно посмотреть, что можно сделать с протезом, применяя вот все современные технологии. И погружаясь постепенно в эту отрасль, мы увидели, что эта проблема глобальная, то есть да, это вот не только российские протезы, в Германии аналогичные протезы были в то время, так же, как и в Америке. То есть это была общая такая мировая тенденция, и мы, наверное, через год после старта проекта поставили перед собой задачу изменить вообще понимание, что такое протез, и сделать его функциональным гаджетом. То есть в нашей философии протез не должен замещать просто функцию утраченной руки, он должен существенно улучшать возможности руки. И мы, соответственно, начали с того, что собрали весь пул современных технологий 3D-сканирования, 3D-печать, элементы робототехники, элементы искусственного интеллекта, и начали постепенно, начав с детских протезов, сейчас мы делаем уже взрослые роботизированные протезы, последние модели у нас уже есть, и в том числе алгоритмы машинного обучения применяются для интерфейсов и так далее, и так далее. И мы меняем полностью понимание того, что протез — это уже не про функцию схвата, а протез — это именно про гаджеты. И в целом у нас есть два направления глобально, в котором мы развиваемся. Это, во-первых, интересный дизайн, то есть для многих людей протез руки — это, ну, как и протез ноги, собственно, не столько функциональная вещь, сколько дизайнерская вещь. И человек очень часто использует протезы исключительно как аксессуар для выхода на улицу, для похода в ресторан, похода на работу и так далее, и так далее. И это один из элементов, который мы активно в наших продуктах развиваем. Второе – это гаджетизация, да? И в нашем понимании протез должен включать в себя весь функционал смартфонов, фитнес-трекеров, смарт-часов, которые мы все используем. То есть это такой же носимый гаджет, у него есть такой же аккумулятор. И почему бы не сделать его неким провайдером между желанием человека и вот цифровым миром, который, собственно, вокруг нас активно развивается. И сейчас, например, в наших протезах есть возможность встроить PayPass модуль, да, и человек просто с протезом будет ходить оплачивать покупки, прислоняя протез к терминалу. То есть ему не нужно работать, доставать из кармана деньги, это жутко неудобно. Особенно если человек использует два протеза, то работать с деньгами, в принципе, там практически невозможно. То есть это очень сложно. Вот. Мы посмотрели на это. За пару дней сделали кейс вместе с Альфа-банком и с MasterCard, встроили пластиковую карточку в протез, и теперь это как опция доступна, собственно, в каждом нашем протезе. Уже сейчас все наши протезы, именно роботизированные, подключаются к интернету и, соответственно, скидывают нам информацию о там, своем самочувствии, условно, да, то есть как активно человек использует протез, температуру двигателей, техническое состояние. На этих данных мы можем проводить, во-первых, диагностику самого протеза, и в будущем сможем, соответственно,
делать более персонализированную реабилитационную программу для каждого пользователя. То есть мы видеть, как он использует протез, какой функционал, и, соответственно, адаптировать этот протез и реабилитационную программу под, персонально под каждого человека. То есть это некий элемент, опять же, индивидуализации в медицине, в реабилитации, который сейчас тоже является очень таким активным трендом. Вот. Кроме того, все протезы абсолютно у нас встроены, мы разработали технологию, которая позволяет работать с touchscreen девайсами. Тоже простая вещь, но в мире только один протез до нашего, до того, как мы разработали новую технологию, мог работать с touchscreen дисплеями, там, с смартфонами, банкоматами и так далее, и так далее. Сейчас у нас все, даже самые простые детские тяговые протезы, они умеют работать с touchscreen девайсами. Вот, и так далее, и так далее. И в этом заключается философия там, нашей команды, и катаясь по конференциям, по выставкам, мы это активно показываем, и все зарубежные там, наши конкуренты слэш-партнеры, с кем мы общаемся, они начинают потихонечку тоже перенимать и понимать этот подход, потому что в современном мире, если у вас просто роботизированный протез, даже если он умеет двигать отдельными пальцами, по сути, он практически ничем не помогает человеку вот в ежедневной жизни. То есть он, да, он может что-то удержать, но он там не позволяет работать с телефоном, он не поможет там работать с теми же деньгами, да, и так далее, и так далее. И сегодня все протезы должны постепенно двигаться в превращение, по сути, в высокофункциональный носимый гаджет. И это как раз про улучшение возможностей, да, то есть вместо ношения часов, использования телефонов и так далее, весь этот функционал в будущем будет интегрирован, по сути, у вас в руку и будет доступен просто вот силой мысли, да, то есть вы захотели построить какую-то карту, да, вызвали навигатор на экране протеза, построили карту, как бы, и двигаетесь по маршруту. И так далее, и так далее. То есть очень много здесь кейсов, которые можно реализовать. Вот. И в целом мы сейчас двигаемся как компания уже в создании некой экосистемы для наших пользователей. Это не только протезы с точки зрения железа, то есть это и различные сервисы, это и технологии виртуальной реальности для обучения, для реабилитации. И мы превращаемся постепенно в компанию, которая начинала просто с детских протезов, а сейчас же мы создаем, по сути, инфраструктуру и очень много разных гаджетов для людей, которые используют такие высокофункциональные протезы. Вот пример, как работает там подключение к интернету, да, и как мы собираем, работаем с данными с наших протезов. Вот. И одна из немногих проблем, которая еще не решена в протезировании, это сенсорика. Да? То есть сейчас современные протезы пока что не умеют чувствовать, как они взаимодействуют с предметами. И здесь есть две глобальные задачи. Во-первых, это датчики, которые считывают информацию. И вот здесь на картинке как раз представлен прототип искусственной кожи, созданный в Корейском университете технологическом. Он чувствует давление в каждом сегменте, где бы вы ни прикасались, чувствует температуру, место, где вы прикасаетесь, и, соответственно, передает эти данные на протез. И дальше стоит задача, как, собственно, эти данные передать в нервную систему человека. И для этого уже применяются инвазивные технологии. То есть это уже вживление электростимулятора, вживление электродов, которые, соответственно, стимулируют определенные участки нервной системы человека и вызывают у него вот некое ощущение, такое фантомное ощущение где-то в районе руки, скажем так. И с прошлого года мы запустили такой же аналогичный проект здесь у нас в России, и уже 6 человек у нас прошло через имплантацию, через операции в нашем исследовании, и мы смогли добиться того, что человек с вживленным стимулятором в спинной мозг и в периферическую нервную систему, то есть в культю, с полностью закрытыми глазами, закрытыми ушами, то есть он ничего не слышит, ничего не видит. И у него было задание, я вот не успел добавить видео сюда, у него было задание определить размер предмета, который он берет протезом. И в три человека у нас смогли полностью определять три типа, три размера объекта, большой, маленький и средний, и определять, мягкий или твердый этот объект. Просто вот за счет того, что протез передавал им ощущения в нервную систему, вживленные электроды стимулировали определенные участки нерва определенными параметрами, скажем так, и это вызывало некое ощущение. И человек учился воспринимать эти ощущения именно как характеристику объекта, с которым он взаимодействует. И задача, вот наша задача в этом исследовании была как раз научиться и доказать технологически, что через стимуляцию определенных участков нерва мы можем вызывать те или иные фантомные ощущения. Вот, соответственно, сейчас мы готовим уже следующий этап этого проекта для того, чтобы
расширить пилотную группу, посмотреть, работает ли это в том числе и с протезами нижних конечностей, то есть можем ли мы вызывать ощущение полноценное того, как, допустим, двигается стопа у человека через такую же стимуляцию и так далее, и так далее. То есть мы сейчас как компания очень активно начинаем двигаться уже и в нейротехнологии, в разработку собственных электродов, собственных нейроинтерфейсов и, соответственно, учиться правильно взаимодействовать с нервной системой человека. Вот. Мы в России, собственно, единственная компания, которая сейчас вот на таком уровне занимается этими исследованиями. Вот. Если говорить про, резюмировать про протезы рук, то примерно через 25-30 лет мы сможем увидеть протез, который будет полностью чувствовать, который сможет повторять всю мелкую моторику руки. Да, это тоже одна из проблем, потому что мы в существующих технологиях не можем, допустим, различить отдельное движение каждого пальца. То есть все протезы, какие бы высокофункциональными они ни были, с точки зрения механики, да, то есть протезы, которые можно двигать каждым пальцем, каждый сустав двигается, но современный интерфейс не может считать намерение подвигать одним пальцем, допустим, да, то есть это всегда заранее запрограммированные жесты. И одна из наших задач — это разработать интерфейс, который сможет независимо друг от друга определять намерение подвигать каждым пальцем и передавать эту команду, собственно, на протез. Вот, эта задача тоже в мире пока никем не решена, и у нас есть несколько направлений технологических, в которых мы работаем, чтобы ее решить, но тоже пока результаты какие-то уже есть, но пока еще достаточно отдаленные, скажем так. Вот, соответственно, перспектива 25-30 лет, и мы увидим полностью протез, который функционально заменит человеческую руку и при этом будет оснащен дополнительным цифровым функционалом, то есть подключаться к интернету, иметь встроенные в себе дисплеи, всевозможные гаджеты, тот же контроль физиологических параметров и так далее, и так далее. И последний раздел — это искусственные органы. Самый большой и самый интересный. То есть, если посмотреть в это направление, что происходит, то начинается это все с примерно 80-х годов, когда люди начали вживлять в себе различные чипы, просто по фану, это называется направление бодихакинг, и вот там, даже у моего партнера есть вживленный в руку чип, который он использует как проход на работу, да, то есть к турникету прикладывает руку и проходит, собственно, в офис. Вот. Ну, это скорее так просто поиграться, да, то есть это NFC, либо AirFit метки различные, которые можно запрограммировать на какое-то определенное там, действие, там та же банковская карточка, например, да, или там проезд в метро, и, соответственно, вот так люди это используют. Если смотреть дальше, то есть две интересные истории. Одна — это и девушка, и парень из Европы, Луна Рибас, она вживила себе чип, который чувствует вибрацию в ногу, и она сама танцовщица, и она использует это для искусства, то есть она заявляет, по крайней мере, что чувствует вибрацию земли и любые землетрясения, которые происходят там, в определенном радиусе от нее, скажем так, и за счет этого строит свои танцевальные номера. То есть это вот такой пример, как это можно использовать в искусстве. У Нила Харбисона история гораздо интереснее. Он родился с цветовой слепотой, то есть он видит мир полностью в черно-белом цвете. И в Испании ему сделали операцию, вживили чип в слуховую кору головного мозга, поставили камеру, то есть такая маленькая видеокамера у него сверху торчит, и он, подходя к какому-то объекту, камера определяет цвет этого объекта, и чип стимулирует звуковыми волнами слуховую кору, и он слышит цвет, который видит камера. И это у него такая замена, по сути, одного органа чувств на другой орган чувств. И это тоже очень интересное направление в улучшении возможностей человека, когда мы не говорим про улучшение какого-то нового, какого-то там органа или какого-то чувства, усиление его, а про, в принципе, добавление нового чувства, либо про замену одной сенсорной информации на другую сенсорную информацию. Вот. И если посмотреть на проекты, которые сейчас есть в мире по такое добавление сенсорных, новых сенсорной информации, то вот три из них самых интересных, которые я нашел, значит, NorSense, это, по сути, встроенный компас, который за счет вибрации позволяет человеку определять направление севера, да, то есть вживляется чип, и когда человек поворачивается условно на север или меняет направление, у него за счет легкой вибрации он может определить точно, в каком направлении он смотрит. Не знаю, зачем это нужно, но вот как кейс как бы это есть. И, может быть, когда-нибудь это будет кому-то полезно. Вот. Очень интересный проект — это вот Айзенкара Чечен. Это, по сути, эхолокация. И это специальный чип, который... Ну, это не только чип, это вот такой целый комплекс технических средств, но в том числе включая имплантированный чип, который, собственно,
за счет эхолокации передает человеку информацию о об объектах, которые находятся вот в его там ближайшем круге, там о комнате, о размере комнаты и так далее, и так далее. И вот третий интересный проект, iSect, это вот на картинке как раз представлен. Вот, это не совсем про уже импланты, но тоже про робототехнику и про расширение возможностей человека. И здесь, соответственно, задача в одну картинку свернуть обзор на 360 градусов, да, то есть перед человеком находятся камеры, по сути, как, ну, камеры, экранчик, по сути, как в VR-шлеме, но при этом он видит не классический там на 160 градусов, а видит гораздо больше. У него специально сворачивается картинка, и это такой пример, как можно, собственно, тоже с помощью технологий улучшить какой-то из органов чувств. Вот, и вот если посмотреть по, опять же, вернуться к фильму «Бенинский человек», вот они как раз, это скриншот оттуда, они собирали по миру все, что развивается. Вот в центре внизу как раз то самое сердце, которое я видел в прототипе в Германии, полностью автономное. Вот, уже есть искусственные почки, искусственная печень, селезенка, щитовидная железа. Справа сверху как раз имплант для, это Argus 2 проект. Вот. Чего пока нельзя заменить и чего пока даже нет в нормальных готовых прототипах, это все, что связано с желудком и кишечным трактом. То есть это пока органы, в которых происходит слишком сложная биохимия, чтобы просто взять и заменить ее и при этом обеспечить тот функционал, который требуется человеку. Вот. Но я думаю, что в перспективе 10-15 лет такие прототипы тоже появятся, и мы постепенно к этому тоже придем. Вот, соответственно, и еще один очень сложный компонент – это легкие. Вот справа внизу есть эта картинка из презентации проекта американского, который занимается разработкой искусственного легкого. Сейчас, в принципе, есть очень условные искусственные легкие внешние полностью, да, то есть это, по сути, аппарат, который заменяет легкие и просто гоняет воздух. Этот проект как раз направлен на разработку имплантируемых легких, которые заменяют существующие у человека. Вот. Там пока все на уровне концепции и тестирования каких-то основных решений, вот, поэтому здесь до какого-то прототипа еще тоже очень далеко, но я думаю, что в течение там, 5-8 лет мы увидим уже первые образцы, какие-то клинические испытания, я думаю, что начнутся. Вот. Если же говорить про вот все то разнообразие в будущем, да, имплантов искусственных конечностей, которые будут разработаны, то понятно, что этим всем как-то надо управлять, и здесь лучше интерфейс, чем мозг, как бы его не придумать. И задача в разработке нейроинтерфейсов — это создать такой интерфейс, который сможет управлять огромным набором различных гаджетов, которые будут там в нас встроены или которые мы будем просто использовать. Если посмотреть на историю развития нейроинтерфейсов, то в 24-м году она началась с зарождением электроэнцефалографии, да, то есть это методология, как считывать электрические волны, которые возникают в головном мозгу, когда мы, собственно, вот, когда идет процесс жизнедеятельности. В 87-м году был разработан первый интерфейс, протестирован на обезьянах, то есть это уже был вживляемый интерфейс, был вживлен чип, и ученые начали учиться собирать вот эту информацию. В 98 году была проведена первая операция на человеке, и у нее был тоже очень интересный кейс, потому что вот музыкант Джонни Рэй, кому вживили первый интерфейс, он скончался через несколько дней после операции. И ученым, вот этот Филиппу Кеннеди, ему запретили заниматься вообще всем, что связано с разработкой интерфейсов, с операциями, с любой медицинской деятельностью и так далее, и так далее. И он, как настоящий ученый, в следующую версию интерфейса вживил сам себе и, соответственно, несколько лет ходил с ней, чтобы доказать, что как бы вот-вот все, я исправил, вот оно работает, вот все безопасно. Вот, после чего он успешно реимплантировал и, собственно, продолжил заниматься этим направлением. Вот. Если посмотреть на типы нейроинтерфейсов, которые сейчас есть, их можно разделить коротенько на инвазивные и неинвазивные и так называемые стентроды. Это немножко отдельное направление. Значит, инвазивные, они представляют собой, по сути, некий либо игольчатый чип, либо полимерную пластинку с нанесенными электродами металлическими, которые кладутся, скажем так, сверху на кору головного мозга, какие-либо его отделы, и считывают, регистрируют данные, либо стимулируют, наоборот, эту зону.
Неинвазивные — это вот такие классические шапочки. Я думаю, что многие, кто увлекается этим направлением, много раз их видели. Вот. Они очень неточные, потому что через, собственно, все ткани, через череп очень сложно считать какую-то вот прям полноценную информацию, да. И современные интерфейсы способны, ну, неинвазивные, способны на то, чтобы считывать там, ну, до 4 команд каких-то более-менее различимых, да, то есть человек может условно дать 4 команды на разные действия, вот, и что самое главное, они требуют очень серьезной концентрации, да, то есть если человек выйдет условно из лабораторного помещения, то или там его кто-то будет отвлекать постоянно, то он уже не сможет сконцентрироваться и не сможет давать вот те самые команды на управление. Стендроды — это отдельное очень интересное направление, то есть это, по сути, имплантация через кровеносные сосуды в головной мозг, не чипов, а скорее таких неких сетчатых структур, которые облегают кровеносные сосуды снаружи, получается, и контактируют с, через кровеносный сосуд контактируют с нейронами в головном мозгу. И в чем преимущество? В том, что такие стендроды, в зависимости от их размера, можно провести практически по всей кровеносной системе в мозгу человека. И, соответственно, потенциально у них гораздо более широкий доступ к разным сегментам. Вот. Но это вот совсем новая технология, которой занимается Neuralink. И оправдает ли она себя, мы, я думаю, что мы увидим через ближайшие несколько лет, вот, поскольку сейчас уже есть заявлены успешные результаты, в том на обезьянах, я думаю, что через 2-3 года мы увидим похожие испытания уже на человеке, и будет понятно, насколько такие методы действительно работают. Вот, соответственно, сейчас интерфейсы, если посмотреть, то они используются в основном для каких-то игр, то есть, да, ничего такого сверхсложного. Есть похожие интерфейсы, которые применяются в том числе в реабилитации, и, допустим, есть коляски, которые управляются через нейроинтерфейс. Вот. Но в большей степени это такая развлекательная тематика. А в будущем же такие интерфейсы позволят легко и читать, и записывать какие-то мысли, общаться без слов. То есть несколько лет назад уже были проведены первые эксперименты, которые соединили двух людей через нейроинтерфейс. И там была очень интересная задача. Один человек думает о чем-то, интерфейс считывает вот эти сигналы, формирует какой-то образ. И потом этот образ через электростимуляцию посылается в другого человека. То есть он пытается через электростимуляцию активировать те же самые участки головного мозга, которые активировались, когда первый человек думал об этом объекте. И таким образом была гипотеза, что у второго человека возникнет такой же образ в голове. Вот. Не сказать, что он был суперуспешным, но что-то возникло. Да? То есть человек что-то увидел, что-то представил. Вот. И как первый такой кейс, что теоретически это возможно, это было, в принципе, доказано. Вот. А дальше уже дело техники, как это все улучшить и считывать более точные параметры стимуляции для того, чтобы передавать какие-то мысли. Вот. Что еще интересного в этой сфере происходит? С 2016 года проходит такое соревнование под названием Кибатлон. Кто-нибудь слышал про такое соревнование? Вот, даже кто-то слышал, обычно никто не слышит. Вот, соответственно, что это такое? Это, по сути, альтернативные паралимпийские игры, которые проходят также раз в 4 года, и там есть 6 дисциплин. Это протезы рук, протезы ног, экзоскелеты, коляски с роботизированной коляски, нейроинтерфейсы и велосипеды с электростимуляцией. То есть это такая олимпиада для киборгов, в которой, соответственно, участвуют люди, которые пользуются вот теми или иными ассистивными устройствами. И если сравнивать это, допустим, с обычными паралимпиадами, то ключевая разница в том, что здесь, во-первых, люди сами, как пилоты, не ограничены в технологиях, да, то есть если кто-то близко сталкивался с паралимпийскими играми, то там очень строго идет ограничение, какие там протезы и устройства можно использовать. Здесь же, соответственно, ограничений нет никаких, и здесь могут принимать участие фактически любые команды, стартапы, студенческие команды, крупные корпорации, которые занимаются такими разработками, они могут привозить свои технологии и показывать. То есть даже если вот мы были в 2016 году на первом соревновании в Цюрихе, и там было несколько команд студентов, у которых нет ни лицензий никаких, ни сертификатов, вообще ничего, то есть просто прототип протеза, там, рука, нога, коляска, вот, они просто привозят, там, жюри смотрит, что, ну, работать должно, давайте на трассу, вот, и, соответственно, таким образом команды молодые могут показывать, демонстрировать свои технологии, как, собственно, они позволяют людям с ограниченными возможностями выполнять те или иные задачи.
Вот, и это, по сути, паралимпиада киборгов. И что еще интересно, там есть две номинации, скажем так, это кубок пилотов и кубок конструкторов, то есть как в Формуле-1. Получает приз самый быстрый пилот, который прошел, выполнил определенные задачи, и получает приз команда, которая создала самую совершенную там, протез, коляску, именно с точки зрения технологических решений. Вот, поэтому это вот такие первые ласточки, которые показывают, что в целом направление киборгизации, оно является очень трендовым сейчас. И если вы заметили, очень много фильмов сейчас выходят с различными протезами, там, супергерои и так далее, и так далее. Вот, и это не просто так, это реальное будущее, в котором, собственно, мы все живем и которое неизбежно. Вот. И очень важный вопрос, чем я обычно заканчиваю все лекции, да, это любой разработчик должен всегда задаваться вопросом, насколько вообще этично и безопасно заниматься такими направлениями, поскольку потенциально это может действительно привести к очень серьезным изменениям в социуме, да, то есть когда каждый из нас будет так или иначе обладать какими-то модификациями, это станет нормой, и будут люди, которые не захотят как-то себя улучшать, и как мы будем выстраивать вот такие отношения между собой, скажем так. Вот, поэтому я очень много где часто выступаю именно для того, чтобы рассказывать об этом, рассказывать о технологиях, показывать, что это не так страшно, как об этом можно подумать, и все это должно создаваться во благо, скажем так. Вот. Соответственно, на этом все. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Получилось очень быстро. Ага. Давай первый вопрос будет от меня. Давай. Я прошу тебя рассказать про это максимально подробно. Вот то, о чем мы говорили, когда я тебя встретил, это, в принципе, самая интересная, на мой взгляд, вещь, связанная с протезами, которые так или иначе встраиваются в организм человека. Вот расскажи про то, как ученые борются с отторжением имплантов. Потому что, насколько я знаю, это вообще очень сложная механика, и там много что придумывают, и драгоценные металлы используют, и какие-то биотехнологические вещи. Вот. Расскажи, пожалуйста. Да, здесь самая основная на сегодняшний день проблема, в принципе, если мы говорим про искусственные органы и про все, любые импланты абсолютно, которые вживляются в человека, это отторжение всего инородного, да, то есть если вы там, вы вживите какой-то чип себе, то буквально за несколько месяцев он зарастет соединительной тканью, и организм, он должен перестанет функционировать, этот чип, то есть организм пытаться вытолкнуть его, то есть изолировать как некий инородный объект. Вот, и для того, чтобы этого избегать, есть несколько, скажем так, направлений глобальных. То есть первое направление – это поиск и разработка таких материалов, которые бы, по сути, обманывали организм, чтобы он считал, что вот то, что в меня вставили, это вот прям мое, да, это мое родное, оно само выросло, оно здесь должно находиться, как бы пускай находится. То есть это либо полимеры, либо металлы, которые так называемые биоинертные, да, то есть которые не взаимодействуют никак с биологическими жидкостями, биологическими тканями в организме человека. Это, как правило, ну, самый популярный, скажем так, и на сегодняшний день самый совершенный металл – это титан. Причем чем чище он, тем дольше он может находиться в организме человека, не вызывая никакого воздействия на него. Экспериментируют с разными еще платино-иридиевыми сплавами, золотыми сплавами, но у них гораздо меньше срок работы, нежели у титана в организме человека. Вот, поэтому, например, вот все импланты, которые делаются… те же там коленные чашечки, да, очень часто титановые, либо керамические. Если говорить про нейростимуляторы, которые вживляются и стимулируют вот те девайсы, которые мы использовали у нас в проекте по отчислению, нейростимуляторы, это такие маленькие металлические коробочки, в нем аккумулятор, электроника вся, и торчат два электрода оттуда. И вот эти коробочки, они тоже титановые, то есть там полностью титановый корпус, и, соответственно, он тоже вживляется в грудную клетку и может там находиться до 10 лет, никак не взаимодействуя с тканями человека. И третье направление – это электроды различные, это полимеры. С полимерами тоже не все так просто, потому что сейчас очень много различных модификаций, которые можно сделать.
И пока нет какого-то вот прям уникального полимера, который бы мог более там, 10-15 лет находиться в организме. То есть он до сих пор не придуман. И это одна из таких ключевых сейчас, наверное, вызовов технологических перед учеными, перед инженерами. Это именно поиск, разработка такого материала, который бы мог на протяжении вот, всей жизни человека находиться у него в организме и никак, собственно, не взаимодействовать с ним. Вот. Есть еще один способ нивелирования такого воздействия, он фармакологический, то есть с помощью фармы у организма можно отключить, по сути, реакцию на инородные тела, которые вживляют в него, но те препараты, которые сейчас для этого используются, они обладают очень нехорошим побочным эффектом. Они, получается, выключают не локально какую-то реакцию организма, а вообще полностью. И получается, что иммунная система человека очень сильно страдает от того, что она не может понять, с чем она имеет дело. Да? И, соответственно, это чревато тем, что человек может умереть, по сути, от там, любой заразы, обычной, с которой организм справляется. Вот. Поэтому фармакологические препараты такие, они практически никогда не применяются. И были эксперименты, но дальше экспериментов это не пошло. Вот. Есть еще очень интересное направление, которое называется оптогенетика. Это вот прям совсем край, совсем передовое направление. Оно заключается в чем? Когда, допустим, мы вживляем, вот взять любой чип, допустим, маленький, да, для простоты, и мы его вживляем куда-то в мышцу, там, в руку, в ногу, неважно. Далее мы можем с помощью специальных препаратов вокруг вот, взять зону вживления и вокруг этой зоны сделать инъекции, которые ближайшие, скажем, ткани к этому чипу немножко изменят ДНК этой области, и с помощью световых сигналов вот эта область, эти ткани начнут вырабатывать фермент, который будет защищать чип от нарастания соединительной ткани. То есть это все называется оптогенетика. Очень пока непонятно, куда все это приведет. Вот, только-только начинает направление развиваться, но потенциально оно также очень интересно. Именно за счет того, что оптоволокно по своей структуре очень похоже на вот условно нерв, который находится в организме человека. И на сегодняшний день это пока что, опять же, теории, но выглядит так, что это единственная технология, которая позволит срастить полностью, ну, сделать некий интерфейс от нерва к любому условно-компьютерному интерфейсу. Да? То есть именно оптический кабель, который будет подключаться к сечению нерва, скажем так, да, и полностью вот все, то есть если посмотреть на нерв человека, он как выглядит, как оптоволоконный кабель, там очень много маленьких жилок, по которым идет разная информация абсолютно. И вот, допустим, в нашем проекте по отчислению мы экспериментировали с расположением электродов, потому что вот если взять там лучевой нерв человека в руке, то особенно после операции, после ампутации, он может срастись по-разному, и зоны для стимуляции могут располагаться где угодно. То есть может быть внутри нерва, может быть снаружи, может быть с этой стороны, может быть с этой стороны. И наша задача была, прикладывая электроды к разным частям нерва, понять, где вот та самая сенсорная информация формируется. И если мы говорим про сращивание оптоволокна с этим нервом, то оптоволокно позволит одновременно считывать информацию со всего сечения, да, то есть со всех вот этих жилок, которые внутри нерва находятся. Вот, соответственно, это вот прям пока очень-очень все теоретическое, таких экспериментов даже еще не проводилось, вот, но концептуально выглядит так, что это как раз то направление, которое позволит создать уже более полноценный интерфейс именно между нервной системой человека, прям физическими нервами и, собственно, вот железом. Спасибо. И второй вопрос. Вот ты сказал то, что у титана он 10 лет позволяет контакту не сращиваться, не скрываться. Примерно, да. Что происходит? То есть как вообще это работает? То, что, допустим, человеку вживили имплант для восстановления зрения. То есть операция связана с головой, и вряд ли кто-то захочет проходить через такое несколько раз подряд каждый полгода, да, то есть да. Как это работает, когда есть потребность в том же самом восстановлении зрения, то есть это достаточно такая важная для человека вещь, как часто приходится менять чипы, то есть как это устроено в обычной жизни? Сейчас, вот если говорить прям вот про такие сложные вещи, как там, зрительные импланты, да, то в обычной жизни их практически и нет.
То есть их нельзя прийти в клинику и просто получить. То есть это всегда участие в клинических исследованиях. Это не там платная медицинская услуга пока что. И, соответственно, все люди, которые получают такие импланты, они находятся под наблюдением врачей. И у них есть определенный срок эксплуатации такого имплантата, как некий тестовый период. Вот если говорить про, допустим, Argus-2, у них, как я уже говорил, было более 300 операций проведено по всему миру, и у них срок эксплуатации там, от 1 до 3 лет, в зависимости от там, ну, разных нюансов, связанных с тем, куда имплантировали, как имплантировали, возраст человека там, и так далее, и так далее. И все эти люди, они находятся под наблюдением специалистов. И сейчас, поскольку в целом проект уже закрылся, то есть у него прекратилась любая техническая поддержка вот со стороны разработчиков, то по, как только подойдет срок замены, имплант будет просто удален, и человек, собственно, дальше продолжит жить свою без импланта, пока не будет разработана какая-то следующая технология. Вот. Если говорить, допустим, про те же там коленные модули, импланты коленных модулей, с этим попроще, это уже более понятная процедура. Вот. И они действительно, их необходимо будет менять постепенно по мере износа. То есть это пока что неизбежно, то есть нельзя так, что вот, там, в 20 лет поставил и там, до 80 лет с ним живешь. Вот. Придется периодически, это опять же от многих факторов зависит, в первую очередь от чистоты материала, который был использован. То есть какой бы там чистейший титан не был, все равно у него есть какие-то примеси различные. И вот чем больше этих примесей, тем быстрее придется делать реимплантацию. Вот, поэтому вот как так-то проходит. То есть для вещей, которые повседневные, человеку действительно приходится каждые там, 5-10 лет проходить заново эти операции. Пока что это так. Спасибо. Так, поднимайте руки. Вот прежде тоже такое. У нас за следующий вопрос есть небольшие подарки, поэтому думайте, чтобы они были интересны. Я буду ходить по рядам, вот, так что да, поднимите, кому первым нужно задать. Вот, подключите. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Два вопроса. Первый. Насколько сложно понять про протезы? Делать протез таким, чтобы он внешний был неотличим от настоящей части тела. Uh-huh. И вот там все протезы на фотографиях, они очень такие как бы футуристичные даже, технологичные. Почему? Потому что это как-то влияет на технику или долго делать как-то настоящие. И второй вопрос, насколько, в принципе, это доступно? То есть насколько вот простой обычный человек может себе позволить современный функциональный протез? Да, спасибо за вопросы. Давай со второго начнем. В России, например, все протезы бесплатны полностью, да, то есть у нас работает система социального страхования, по которому любой человек может получить даже самый дорогостоящий роботизированный протез бесплатно. Детям раз в год меняется протез, обеспечивается, взрослым раз в 2-3 года, в зависимости от активности использования. По миру в целом, ну, где-то такая же ситуация, где-то полностью за свой счет, то есть не везде работает прям такое социальное страхование, вот, но в основном в большинстве стран это все-таки обеспечивается как там, по страховым случаям, скажем так. Вот. Если говорить про полную имитацию внешности, то сейчас есть, ну, в целом протезы можно разделить на там, 4 направления. Да? Это косметические протезы, которые как раз-таки внешне имитируют, тяговые функциональные, роботизированные функциональные и рабочие. Рабочие — это просто вот набор инструментов. Там можно в виде крюка они делаются, в виде там, лопатки для плавания, например, и так далее. То есть это какие-то уже кастомные вещи. Вот. Если говорить про косметические протезы, то в принципе уже сейчас можно заказать такой протез, который будет, по сути, снят с копии второй руки, и его можно сделать абсолютно идентичным. То есть все прожилки, вены, ногти, волоски, родинки, все это сейчас можно сделать так, что невозможно будет отличить, что это вот не настоящая рука. Ну, понятно, пока не попросишь подвигать там пальцами, условно, да? Вот. Если же говорить про именно какие-то активные протезы функциональные, то там действительно есть большое ограничение с точки зрения подвижности и выполнения функций, поскольку если делать вот косметическую оболочку, например, слишком реалистичной, она должна быть достаточно тонкой и достаточно гибкой для того, чтобы обеспечивать вот всю подвижность руки, которая нужна. И в таком случае материал очень быстро изнашивается. И там буквально за несколько недель, если человек постоянно работает протезом, сжимает, разжимает пальцы, да, он будет просто рваться постоянно.
Вот, поэтому косметические оболочки для роботизированных протезов они есть, но они достаточно условные. То есть они в основном не делаются так, что вот прям супер похоже. Вот, примерно оттенок, есть там ногтевые фаланги, он чуть пожестче. И такие оболочки, они немного в любом случае снижают функциональность. То есть протез становится немного слабее, становится немного медленнее, потому что ему нужно преодолевать постоянно сопротивление от этой внешней кожи, скажем так. Вот. И, соответственно, именно из-за этого, вот, например, в протезах роботизированных, которые делают один схват просто, где каждый палец не двигается, такие оболочки часто используются. В протезах, которые могут каждым пальцем двигать, они более сложные, более технологичные. И вот в таких протезах оболочки практически никогда не применяются, потому что из-за постоянного движения пальцев материал постоянно рвется. И в основном вот все высокофункциональные протезы, вы их видите всегда в интересном дизайне, просто потому что они, в принципе, всегда в интересном дизайне. То есть их не бывает практически в косметике. А если есть, то выглядит это очень некрасиво, скажем так. Ну, вот, то есть гораздо интереснее сделать это просто там, в черном, там, белом, еще каким-то, нежели нацепить косметику, которая будет там углы торчать, там двигатель торчать и так далее, и так далее. Вот, поэтому, как правило, все такие хай-тек протезы, они выполняются в хай-тек дизайне. Здравствуйте. Когда протезы будут произведены уже к массовому производству, если они будут ломаться, будет что-то специальное вроде специальных сканеров для них? Сейчас, значит, если протез сломается, то обслуживать его может только компания-производитель за счет того, что все-таки достаточно сложные технологии. Но в целом, если посмотреть на то, как это будет развиваться в будущем, я думаю, что да, это будет, по сути, там, вот при там, не знаю, поликлиниках, какие-то сервисные центры, когда технологии будут настолько упрощены, скажем так, и доступны для обслуживания там, обычным техническим специалистам, да, то есть там, ну, в любой поликлинике есть там, условно специалист, который, если что, чинит там МРТ-аппарат, там, УЗИ-аппарат и так далее, который обслуживает. И такой же человек, по сути, будет обслуживать и различные протезы. Либо это станет чем-то формата сервисных центров для телефонов, да, куда вот телефон принесли, экран заменить. Вот то же самое, там, протез принес, там, палец заменил, экранчик заменил, там, провод поменял, и как бы все работает. Вот, скорее это будет в таком направлении, потому что протезы, я думаю, что в принципе будут, не будут восприниматься именно как медицинское изделие, да, и в целом как медицинское направление. Будет именно как вот, некие просносимые гаджеты, которые, собственно, можно просто починить там, в любом сервисном центре, где есть достаточно оборудование для этого. Тогда только в рамках клиники, и, скорее всего, это будет исключительно у производителей. То есть вряд ли вот именно искусственные органы, они будут доступны для условно ремонта в таких общих местах. Скорее всего, это будет уже фокус в том центре, где его производили. Да, мне кажется, в нашей стране ремонт печени был популярен. Мы сотрудничаем со всеми практически вузами, там, не знаю, топ-20, наверное, в России. У нас, ну, сотрудничаем не в плане, что у нас подписаны какие-то документы, да, а в каждом вузе есть центры трудоустройства, и мы со всеми этими центрами в разное время общались, они отправляли к нам студентов, и сейчас эта работа продолжается. Вот у нас есть стажировки постоянные для студентов, для школьников, ежегодные. Летом у нас проходит, наверное, человек ну, там, от 30 до 50 через нас на стажировках. Вот. Ну и в целом, поскольку у нас сейчас в команде уже больше 140 человек, и мы компания, которая в себя включает все этапы разработки и обслуживания, и работы с клиентами, и так далее, то есть у нас представлены все направления там, от менеджеров по продажам до технического сервиса, там, производственников и так далее, и так далее.
Вот, соответственно, постоянно очень много вакансий, мы очень быстро растем, расширяемся, и можно прийти к нам через стажировку. У нас много кейсов, когда ребята проходили стажировку, потом оставались у нас по результатам, либо просто через там, HeadHunter, через наш сайт можно оставить заявку. Причем даже если таких вакансий нет, то мы все равно рассматриваем талантливых ребят, и иногда у нас были кейсы, когда у нас не было вакансий, но человек был слишком крутой для того, чтобы там, не придумать для него какую-нибудь новую вакансию, скажем так. Сейчас протезы заряжаются как, ну, по сути, любой смартфон. То есть у него есть встроенный аккумулятор. Емкость там, ну, от 1500 до 3000 мАч. Просто на ночь ставится на зарядку. Как, то есть в целом протез работает 3 дня сейчас. Ну, понятно, там пока нет дисплеев, ничего такого нет. Вот, но в будущем наша задача при насыщении, скажем так, протеза такими функциями сделать так, чтобы он мог работать как минимум 12 часов там, с 8 до 8, вот, чтобы он мог подзаряжаться от пауэрбэнков тех же, да, то есть подключил, в карман положил, понес, мог подзаряжаться в автомобиле, например, от аккумулятора, и, соответственно, в среднем мы предполагаем, что он будет эксплуатироваться как любой смартфон, то есть ночью он зарядку поставил, он с утра снял, день поработал и все. Какие-нибудь новые технологии вы рассматриваете? Работаете с ним, чтобы заряжать, например, использовать кровеносное давление, либо теплоту тела, либо пьезоэлементы? Смотрим, но не так, чтобы прям внимательно, потому что все, что связано с там, внутренним, скажем так, обеспечением, то это слишком слабо, и никогда не будет создана технология, которая позволит выделять достаточно энергии, скажем так, из организма человека. То есть есть кейсы, когда этого достаточно для, допустим, электронных тату различных, которые делаются на коже, и через пьезоэлементы можно, через изменение там, поверхности кожи можно генерировать какую-то энергию. Но это очень слабо для вот такого полноценного гаджета там, с двигателями, с экранами и так далее, и так далее. Вот. Возможно, зарядка по воздуху. Да? То есть сейчас активно развивается направление, когда у вас в комнате стоит зарядная станция, и она заряжает все, что в некотором радиусе находится. Вот. Пока что это достаточно слабенькие станции, вот, но в будущем я думаю, что это будет вполне хорошая технология. И по сути, там, заходя домой, автоматически протез будет подключаться к зарядке домашней какой-то и, соответственно, заряжаться просто по воздуху. Я могу уточнить еще вопрос, почему протез должен заряжаться, может быть, его наоборот использовать как пауэрбэнк, то есть там же есть пространство, ему не обязательно быть максимально легким, то есть его как раз можно немного утяжелить и таскать с собой, чтобы можно было подзаряжать все те же самые вещи. Теоретически можно, да, и в принципе у нас есть такая функция, то есть у нас двусторонняя обмен, скажем так, в протезе возможен, но когда протез тяжелый, это все-таки не очень удобно в повседневном использовании. То есть, как правило, людям хочется, чтобы он был максимально легкий, чтобы не превышал, скажем так, вес отсутствующей части руки, чтобы правильно развивался скелетно-мышечный аппарат, особенно это важно для детей. Вот, поэтому слишком тяжелый протез сделать не получится, но в принципе, если такой запрос есть у человека, и если ему комфортно с таким весом ходить, то почему нет? То есть, да, это возможно. Спасибо большое за лекцию. Я передал два вопроса. Вот показывали протезы нижних конечностей, и они, как вы сказали, уже превзошли по функциональности некоторые задачи человеческих ног, но производятся ли, присутствуют ли на рынке анатомически подобные ногам протезы нижних конечностей? Это первый вопрос. А второй, не могли бы вы подробнее объяснить, каким образом ваша компания создает протезы управления пальцами. Спасибо, да, интересный вопрос. Значит, если говорить про ноги, то, как правило, нет. То есть я даже не могу вспомнить, видел ли я когда-нибудь ну, какие-то аналоги косметических оболочек, как есть на руки для ног. Есть различные накладки, которые, ну, пластиковые накладки, там, либо поролоновые накладки, которые имитируют объем ноги,
Но поскольку, как правило, все такие протезы, они носятся под штанами, то им просто не требуется какое-то вот косметическое. Есть точно косметические стопы, то есть когда стопа делается, стопа на протез ноги. Там есть, ну, как правило, два таких больших направления в стопах. Это либо это такая карбоновая пластина, просто в виде там, куска карбона условно, либо это, ну, по сути, вот, там, из силикона, либо из полиуретана делается прям полноценная, вот, как анатомическая стопа. Вот. И вот в стопы есть полностью анатомические и выглядят как настоящие. Вот, а вот что весь протез ноги, по-моему, я не видел таких, то есть не делается таких. Без подвижных пальцев. Да, просто имитация, да. Вот, то есть коленный сустав, голеностоп, он никак косметикой не закрывается, только если, опять же, дизайнерские бывают различные вот накладки, которые делают протез интересным. Вот. Если говорить про управление пальцами, значит, в чем основная проблема? Значит, все протезы сейчас управляются за счет электромиографии. То есть, да, я говорил, датчики касаются поверхности руки, там, где есть мышца. И когда человек выполняет какой-то фантомный жест, там, сжатие в кулак, движение кистью, мышца пытается выполнить эту команду, и датчики улавливают эти сигналы. Те мышцы, которые отвечают за движение отдельных пальцев, они находятся достаточно глубоко внутри культи, и с поверхности кожи считать их практически невозможно. Есть там ряд проектов, которые пытаются с помощью большего количества сенсоров, там, применения машинного обучения и так далее, как-то эти сигналы выловить и что-то сделать, вот. Но там точность распознавания, она достаточно низкая, то есть там даже 80-85% — это недостаточная точность для протеза рук, то есть там должно быть 99+. Иначе это просто будет невозможно использовать в ежедневной жизни. Вот. И это вот именно все, что связано с электромиографией. То есть по этой технологии в принципе невозможно прийти к интерфейсам, которые бы смогли распознавать отдельные движения пальцев, если, опять же, мы не говорим про вживление. Да? То есть мы можем вживить в отдельно каждый пучок свой электрод, который будет считывать команду на каждый палец. Тогда да, тогда это возможно. Вот. Но это еще очень далеко. Мы же, соответственно, у себя сейчас придумывали интерфейс, который основан на оптических датчиках, и он, по сути, работает как некий фитнес-трекер, то есть это сеть оптических датчиков вокруг определенного места на руке, причем это может быть не обязательно мышца. Самые хорошие сигналы мы сейчас вылавливаем и считываем с запястья практически, то есть там, где начинаются сухожилия, где идет подключение мышц к сухожилиям, скажем так. И что позволяет оптика? Оптика позволяет считывать, в принципе, любое изменение внутри руки. То есть мы считываем проникающий свет, отраженный свет, и движение кожи, движение сухожилий, кровоток, движение мышц, абсолютно любое изменение состояния руки считывается. И там, где мы не можем дотянуться до мышцы, мы можем считать, например, движение сухожилия. И вот с такими датчиками машинное обучение позволяет нам распознавать отдельные движения каждого пальца. И сейчас у нас есть два пилота, которые тестируют прототипы такого интерфейса. Они учатся, соответственно, тому, чтобы вот каждым пальцем независимо управлять. Вот. Пока что результаты, ну, на самом деле, достаточно хорошие. То есть три пальца мы можем распознавать с точностью 99+%. Вот. Самая сложная работа — это безымянный мизинец и средний палец. Они анатомически очень близко связаны, и их очень сложно распознать независимо. Вот. Поэтому сейчас мы делаем только второй прототип такой системы. То есть мы начали этим проектом заниматься примерно с февраля месяца. Вот. В апреле мы испытали первый прототип, в июле мы испытали второй прототип, и вот сейчас делаем уже третий прототип. И постоянно улучшая, собственно, саму нейросеть, которая с этим работает. Вот. Как бонус, с помощью таких датчиков мы можем, например, определять различные физиологические параметры, уровень стресса, пульс, оксигенацию крови и так далее, и так далее. Вот в этом направлении мы сейчас активно работаем. Спасибо большое. Больше по неинвазивным материалам, вот вы прикладываете вот здесь прикол, датчик считывается, а как справляться с током утечки?
Смотри, если говорить про различные помехи, которые возникают в таких интерфейсах, то есть, ну, как такового тока утечки там, в принципе, нет, потому что очень, ну, уровень сигнала, уровень полезного сигнала — это микровольты. То есть там задача основная — усилить и отфильтровать все, что вот вокруг нас. Да? То есть очень часто можно видеть в протезах, когда там человек, не знаю, ездит в трамвае или проходит под какой-то вот, под каким-то крупным прибором электрическим, да, у него начинается вот автоматическое дергание, да, то есть датчики улавливают внешние шумы и пытаются их как-то понять, сигнал это от человека или нет. Вот. И основная задача в разработке таких интерфейсов — это именно усилить, найти полезный сигнал, усилить его и отфильтровать все, что вот может мешать вокруг этого, собственно, вокруг полезного сигнала, скажем так. Вот. Поэтому каких-то вот прям других вещей, которые влияют на качество сигнала, там практически нет. Ну, я почти аналогичный вопрос. При набирании электроники у нас возникает довольно сильный локальный перегрев. Uh-huh. И насколько, вот, неинвазивно, если мы говорим, насколько долго может быть одна сессия происходить? Ну, вот, банально вот здесь. Да, у нас, ну смотри, есть еще есть инвазивный материал, там, да, как ты имеешь в виду, нагреваются ли сами датчики? Да. Не нагреваются вообще никак. То есть абсолютно никак не сказывается. Ну, мы, конечно, не измеряли каким-то вот прям супертермометром, но у нас, как правило, сеанс активного использования — это 8-10 часов, и никакого дискомфорта с точки зрения температуры не возникает полностью. Вашем протезе он максимально облегчен или там есть какие-то детали, которые вы специально не убираете из разряда красоты, а можно было их убрать, чтобы, ну, например, более... Я понял, да. Это на самом деле зависит от желания человека. То есть мы можем, с одной стороны, сделать его максимально легким, с другой стороны, если человек хочет какой-то интересный элемент или интересный дизайн, или, например, он хочет аккумулятор большей емкости поставить, то мы можем это сделать, увеличив тем самым вес протеза. Вот из таких кейсов, например, мы делали дизайнерский протез для девочки одной, у нее вот вся гильза, весь протез, он был инкрустирован кристаллами Сваровски. То есть там около 6 тысяч кристаллов, просто все блестящее. Понятно, что он стал тяжелее, там граммов на 300, наверное. Ну вот, но зато красиво блестит все. Спасибо. Спасибо за лекцию. У меня есть два вопроса. Первый — это как скоро те технологии, которые вы сегодня перечислили, станут доступны именно для обычного среднестатистического здорового человека. То есть с той целью, чтобы улучшить какие-то возможности, например, И второй, какие уже есть технологии, и главное, какие из них являются сами доступны. Ну, то есть, вот, как вы говорили, уже про определенные члены все планы. Да, спасибо, интересный вопрос. Значит, если говорить про текущие технологии, когда они станут доступны, у нас на самом деле где-то человек 5 в месяц звонит к нам, ну, по горячей линии нашей, с запросом типа: ребят, я хочу себе руку отрезать, вы мне протез сделаете? Вот, я недавно узнавал, ребят, реально человек 5 месяцев стабильно звонят с такими вопросами. Вот, мы говорим, что пока рано, подождите еще лет 15-20, потом, пожалуйста. Вот, значит, если говорить в контексте протезов рук, то этого точно не случится, пока не будут решены две основные проблемы. Это, вот, собственно, обратная связь, сенсорика и мелкая моторика, то есть управление каждым пальчиком независимо. Вот, это, я думаю, что перспектива, ну, еще лет 20-25 точно. Когда мы можем говорить, что там можно условно полноценно заменить здоровую руку на протез. Если говорить про то, что есть сейчас, такого с точки зрения улучшения именно, то на самом деле, по сути, только вот такие вот лайтовые чипы. То есть сейчас, на самом деле, даже если говорить про чипы, то медицинским специалистам запрещено работать с такими технологиями, да, то есть им запрещено делать человеку операцию, если он пришел, говорит: живи мне чип, пожалуйста, вот чип я тебе принес,
Ну, просто ну, порежь, поставь, что такого-то. Вот. Если на этом поймают медицинского специалиста, его лишат лицензии. Вот. Поэтому там вот, бодихакеры, они, как правило, пользуются услугами там, татуировщиков, ветеринаров. То есть условно около медицинских специалистов, да, ну, там всем коровам, собакам чипы вживляют постоянно. Вот. Поэтому самое простое это прийти, там, найти ветеринара, который тебе той же иголочкой этот чип ставит. Вот. На самом деле, ну, простейшая банальная операция, никакого риска абсолютно, но до сих пор медицинским специалистам запрещено работать вот с такими услугами, скажем так. Вот. Ну и на самом деле чего-то прям супер такого функционального сейчас пока еще нет. В основном это связано с тем, что все это тут только-только начинает зарождаться, и сложно достаточно придумать что-то, какую-то вот прям функцию, которая бы существенно улучшала какие-то возможности. Да? То есть любое вживление любого чипа — это все равно риск какой-то. Да? То есть у нас есть кейсы, когда у нас ребята вживляли чипы в руку, потом чуть ли руку не пришлось отрезать из-за инфекции, там, заражения и так далее. Вот, поэтому здесь в целом это направление оно будет двигаться и развиваться по аналогии с пластической хирургией. То есть изначально пластическая хирургия появилась, ну не то, что появилась, а получила огромный импульс после Второй мировой войны, когда нужно было по показаниям, скажем так, медицинским, исправлять различные недочеты, но потом это стало ежедневной процедурой фактически, да, то есть в любую клинику можно прийти и сделать любую пластическую операцию у себя. Вот. И то же самое будет с такими аугментациями. То есть сейчас на первом этапе это про лечение, про замену, про компенсацию. А через 10-15 лет это уже будет именно про улучшение, про добавление чего-то и так далее. Хочется добавить, что надеюсь, те 5 человек, которые каждый месяц к вам обращаются, да-да-да. Индивидуальные лабораторные разработки, правильно? Фактически, да. О каком-то опытном производстве не идет речь? А, не-не-не, в этом плане у нас серийное производство уже. Да, у нас вообще есть 5 типов протезов. Вот детские, взрослые тяговые протезы мы серийно производим уже 4 года. Роботизированные протезы у нас 3 различные модификации, тоже детские и взрослые. Вот одну модификацию мы серийно производим с 2019 года, и еще 2 модификации мы в этом году ставим на серию. То есть это пока опытное производство, и в этом году они уже пойдут в полноценную серию. Я понял, да. В протезировании, в принципе, массовое производство — это достаточно сложная вещь, потому что вот если взять протез, да, он состоит из 2 элементов, по сути. Это модуль кисти, то есть самый исполнительный модуль, там плюс электроника, датчики, и культеприемная гильза. То есть это вот та часть, которая крепится за культю, и на нее сажается уже, собственно, модуль кисти. И вот та часть гильза, которая делается под культю, она должна всегда делаться индивидуально. Ну, по крайней мере, пока. То есть тот уровень технологий, который есть сейчас, она всегда делается максимально индивидуально, чтобы человеку было просто удобно носить постоянно этот протез. То есть травмы, как правило, травмы руки, особенно если там ампутация, они всегда разные. И условно взять протез от одного человека и дать ему другому, он не сможет его использовать, потому что у него по-другому датчики расположены, конфигурация культи по-другому расположена и так далее. Есть какие-то, может, болевые места там, и прочее, и прочее. И вот эта часть, она всегда сейчас пока что очень индивидуализируется. То есть это не, пока что не так, как вот мы кроссовок там снял, одел, да, и он подходит многим. Главное — размер подобрать. Вот. Но в целом технически и концептуально это возможно. И мы, у нас есть отдельный там исследовательский проект, такой, ну, немножко про далекое будущее условное, разработать такую гильзу, которая бы как раз таки и подходила максимальному количеству пользователей. Там, ну, там условно процентов 80 всех случаев их можно свести плюс-минус к похожим историям. Вот. И мы работаем над тем, чтобы создать такую гильзу, которая бы могла вот подходить условно гораздо большим. И вот в этот момент можно будет говорить действительно про вот такое массовое производство. Спасибо.
да. В случае, если человек лишился руки по какой-то причине, вместе с тем есть довольно большое количество людей, у которых руки не развивают восхождение. Тоже работаем, да. Да. И вы работаете? Конечно, конечно, да. Здесь чем отличается работа? Практически ничем на самом деле. То есть здесь есть такой фактор, как развитость, активность мышц, скажем так, да, но она зависит не столько от там, ампутация это была или врожденная, сколько вот в целом физической активности там, ребенка, пока он взрослеет, пока он растет. Да? То есть, если ребенок занимается спортом, и он периодически напрягает руку, то абсолютно не важно, это было врожденное или неврожденное. В ампутациях есть небольшая разница в том, что если, например, это была электрическая травма, то при электрической травме мышца может выжигаться, скажем так. То есть те нейроны, которые управляют вот именно электрической активностью, они могут выжигаться, и как бы и получается так, что мышца есть, но она не рабочая. То есть и мы не можем считать с нее какую-то информацию и вот импульс для управления бионическим протезом, например. Вот. Но это очень редкий прям случай. У нас за всю историю, там из 4000, наверное, всего несколько человек были такие, у которых была электротравма, и которые не смогли управлять бионическим протезом, вот именно потому что в момент травмы у них просто выжигается, по сути, вот вся нервная цепь там, до плеча. Мне кажется, по поводу массового производства нужен массовый спрос. Спрос, на самом деле, не достаточно для массового производства, но пока технологии не доходят. Дамы и господа, если вас интересует гибридизация, пожалуйста, приходите ко мне, я буду здесь и меняемся контактами. Теперь я. Расскажите. Я энтузиаст и поддерживаю развитие научного направления. Своими коллегами. Теперь вопрос к Илье по такой же тематике. Илья, пожалуйста, расскажите, как вы видите апогей гибридизации и какими путями научно-технический прогресс и социальный смогут до него дойти? Ну, для меня апогей – это когда человек сможет жить без скафандра на Марсе, условно, да? Именно за счет модернизации себя, своих органов. И как мы до этого дойдем, здесь, конечно, сложно что-то предсказывать и строить какие-то пути, потому что если говорить про именно социальный аспект, то технологически, я думаю, что мы дойдем до этого достаточно быстро. Но социально принять это и внедрить это будет гораздо сложнее, чем разработать железо для такой функциональности, скажем так. Вот. И здесь я не даю никаких гарантий, что мы сможем это сделать в принципе. Вот. Здесь мне кажется, что важна какая-то вот прям очень серьезная такая просветительская работа, показывающая, что в целом киборгизация – это закономерный этап развития эволюции человека. Да? То есть мы от полностью биологического вида постепенно будем переходить в некий вот, в некую синергию между технологиями там, и биологией, скажем так. Вот. И правильно это упаковать, скажем так, да, правильно это преподнести на целые поколения, вот это та задача, которую необходимо будет в первую очередь решить, нежели разработка технологий. Потому что технологии, они придумываются достаточно быстро, главное, как Рома сказал, да, чтобы спрос был. Вот. А чтобы создать условно спрос и приемлемую социальную обстановку, для этого и нужно, собственно, заниматься популяризацией, там, да, пропагандой, скажем так, такого образа жизни и так далее, и так далее. Спасибо. Мне кажется, для этого нужны богатые ветераны. В том числе, да. Здравствуйте. То, что вы рассказываете, это впечатляет. И у меня, собственно, вопрос связан с тем, о чем вы только что говорили, вопрос этики. Ну, наверное, когда мы говорим о протезах руки, это на данный момент не так актуально, но ваш слайд про связь с нервной системой и головным мозгом, это буквально то, с чем мы работаем как психиатры, собственно говоря, это то, что отличает здоровых людей от больных на данный момент. И если вообще какая-то... ну, смотрите, с одной стороны, надо правильно продать, и это точно. С другой стороны, есть некая грань, этическая грань, когда, в общем, нужно попробовать хотя бы это поисследовать, но это будет складываться каким-то здоровым механизмом. Есть ли кто-то, кто этим сейчас занимается? Потому что это явно не в интересах Илона Маска.
Да, спасибо, интересный вопрос и очень такой насущный. Есть ли кто-то, кто этим занимается? На самом деле есть несколько международных организаций киборгов, которые себя так и называют, которые как раз-таки ставят перед собой задачу проработки вот неких таких этических норм, скажем так. И вот в 2017 году, если не ошибаюсь, мы такую американскую организацию приглашали к нам в Москву на гик-пикнике, с ними были, и мы с ними, вместе с ними подписывали так называемый билль о правах киборгов. Вот. Это некий такой, ну, знаете, свод этических там, правил, законов и норм для киборгов. То есть, да, вот как они, собственно, там, 10 заповедей для киборгов условно. Вот. Пока что это, конечно, все больше так вот в рамках там, шутеечек проходит, да, и такие организации это вот скорее пока вот только-только энтузиасты, которые этим интересуются, которые это разрабатывают и которые понимают, что к этому все равно мы придем, да, и уже сейчас нужно об этом задумываться. Вот. И здесь на самом деле вопросы и, может быть, даже не столько этические, сколько в том числе юридические, потому что, например, у нас был очень интересный кейс, когда человек с протезом руки, там, может быть, слышали, года три назад, по-моему, или два, три или четыре даже года назад, в маршрутке милицейские там кого-то задерживали, что-то еще, и, короче, сломали мужчине протез. Вот. И как классифицировать это действие? Это тяжкие телесные или это порча имущества? Вот, как бы ответственность будет по-разному. Вот, поэтому здесь как бы и этически, и юридически еще очень много аспектов. Здесь на самом деле очень похожая тематика, как, например, с космическими исследованиями. Да? Вот та же там, добыча ресурсов на астероидах, абсолютно такая же юридическая дилемма. Типа, кому астероиды никому не принадлежат, как вы можете добывать на них ресурсы и себе их присваивать. Вот, поэтому здесь параллельно с разработкой должна идти работа вот именно и социальная, и юридическая, самое главное. И это на самом деле основное, что требуется сделать, потому что технологии — это самая простая вещь, которую здесь можно придумать. А вот то, как с этим работать социально, там, этически, причем не столько даже с точки зрения, вот если говорить про психологию именно, да, то здесь больше интересно, как здоровым людям объяснить, что это нормально, чем человек, который вынужден по медицинским показаниям использовать протез, он по умолчанию считает, что это нормально. Да? И вот, допустим, в нашей философии, в работе с нашими клиентами, например, и там, в наших презентациях везде, мы всегда говорим о том, что человек с ограниченными возможностями, как он раньше назывался, на самом деле является человеком с дополнительными возможностями, да, потому что его травма, его ограничение создает для него новые возможности с помощью современных технологий превзойти возможности обычного человека. Вот. И мы вот эту философию очень активно там, насаждаем там, через наши соцсети, публикации амбассадоров там, и так далее, и так далее. Вот. И на самом деле оно воспринимается ну, не всегда позитивно, вот. Потому что у нас там даже, особенно первое время, в Инстаграме очень много писали, жаловались родители одноклассников, тех детей, кто использует наши протезы, потому, с жалобами, что вот если мой ребенок тоже захочет себе такой протез и там, нанесет себе какую-нибудь травму, типа, что вы будете делать с этим, или там, какая у вас будет ответственность теперь. Вот, поэтому это такой вот аспект очень скользкий, вот, ну, поэтому мы об этом постоянно говорим, общаемся, у нас много кто сотрудничаем со всеми обществами инвалидов, у нас есть свои реабилитологи, штатные психологи, вот, кто, соответственно, постепенно, вот, мы учимся, как с этим правильно работать. Вот я как раз продолжение вот этой темы про психологию, про то, как общество относится к аугментированным людям, мы играли в это в модели. Да, да, конечно. Забудьте вот этот как раз вопрос, что наступит момент, если вот как раз производство протезов станет массовым, люди начнут приобретать их и устанавливать по принципу «хочу такую штуку». Угу. Вот беспокоит тебя этот вопрос, что однажды произойдет гражданская война. Ну, я совру, если скажу, что не беспокоит. Вот. Скажем так, это один из возможных сценариев будущего, скажем так, да. То есть его, безусловно, можно будет избежать при правильной работе, в том числе там, и государственной, и общественной, и так далее.
Вот. Но если это пускать на самотек, то именно так все и будет. То есть это неизбежно, что люди, которые будут использовать различные аугментации, они рано или поздно полностью превзойдут обычного здорового человека, и обычно здоровый человек будет вымещаться просто из социально-экономической деятельности полностью. Вот. И здесь задача так, чтобы, ну, сделать так, чтобы, во-первых, эти технологии были доступны абсолютно всем, да, чтобы это не было прерогативой там, 5% населения, которое будет жить вечно, да, все остальные их обслуживать. Вот. Чтобы это, если это станет действительно массовым, то я думаю, что таких проблем не возникнет. У меня как раз такой вопрос, немножечко продолжение вот перед этим вопрос был, юридических аспектов, как происходит, скажем так, выход что ли на рынок или регистрация как медицинского изделия, и вообще требуется ли она как регистрация как медицинского изделия, вот этих вот протезов, один вопрос. А второй вопрос касался, наверное, искусственного интеллекта и применения технологий. Да. Да, если говорить про лицензии и разрешения, значит, регистрация в России на протезы не требуется, то есть это является медицинское изделие индивидуального использования, поэтому оно просто декларируется, то есть это добровольная, по сути, сертификация, вот, которая позволяет, собственно, попадать в эту систему социального обеспечения. Вот, соответственно, ну как юридическим компаниям никакой лицензии медицинской тоже не требуется. То есть это не медицинские услуги считаются, это услуги там условно-социальные и там реабилитационные. Вот, поэтому там наша компания, допустим, медлицензию не имеет, потому что она не нужна для работы с протезами. Хотя раньше нужна была, это с 2012 года отменили эти требования. Вот. Если говорить про искусственный интеллект, то сейчас он, ну, в принципе, если говорить про протезы рук, то единственное место, где он может применяться, это именно интерфейс. Да? То есть считать сигналы, преобразовать, принять решение, какой жест хотел сделать человек, и, соответственно, передать эту команду на протез. Вот. Если говорить про конкретно наш искусственный интеллект, скажем так, да, то у нас есть массив оптических сенсоров, там получается у нас 48 каналов информации. И сначала датасеты, мы все датасеты собираем сами абсолютно. Здесь есть очень большой нюанс в том, что один датасет, то есть одна обученная нейронная сеть не подойдет другому человеку. И каждый раз под каждого пилота мы собираем абсолютно свой датасет, проводим заново полностью обучение для того, чтобы вот конкретно под этот под эту конфигурацию там, мышц, сухожилий, под эту травму создать наиболее оптимальную модель, которая будет предсказывать какие-то вот паттерны. Вот, соответственно, задача нейросети считать во время обучения, как это происходит, то есть у человека есть виртуальная модель руки, которая выполняет какие-либо различные там, движения отдельными пальцами, либо макрожесты какие-то, и человек эти жесты повторяет. Сенсоры считывают все изменения, которые, собственно, происходят в руке, и так формируется датасет. То есть в течение там, получаса человек стоит и вот просто выполняет, причем в разных положениях, здесь поддел, там, сел поддел, для того, чтобы максимальная вариабельность была учтена. Вот. И дальше на этих данных проводится обучение, и уже это все отдельная вообще история, да, как это все зашить на микроконтроллер, поскольку у нас вот эта модель, она не может работать на сервере, да, она не может работать на компьютере, она должна работать внутри протеза. И, соответственно, она должна быть достаточно легкой, достаточно простой для того, чтобы уместиться вот, собственно, там, в маленький микроконтроллер. То есть мы даже условно, там, ну, если в этой сфере там, знаете, работаете, да, есть специальные микроконтроллеры, которые делают, например, NVIDIA, это Jetson, это прям такие... Ну, условно, маленькие видеокарты со своим кулером, там, с большими чипами. Вот. Ее уместить в протезе очень сложно. Хотя и она может при этом работать с очень большими нейросетями. Вот. Мы же используем контроллеры обычного назначения, там классические STM32, там разные модификации, и наша нейросеть должна умещаться вот в этот маленький
чип. Соответственно, это достаточно простые. Там, сейчас мы максимум с тремя слоями, по-моему, экспериментируем. Вот, учимся их запаковывать так, чтобы они помещались туда. Вот, ну, соответственно, что-то получается. То есть, в принципе, там двух-трех слоев достаточно для того, чтобы вот, уже интересные результаты получить. А дальше надо смотреть уже, увеличивать длительность обучения, собирать больше датасет, обучать на большем датасете и так далее, и так далее. Поднимите, пожалуйста, руки, какой еще есть вопрос. Так, раз, два, три. Вот. На этих трех вопросах мы и закончим. Спасибо. Очень интересная лекция. У меня два вопроса. Один почти политический. Сейчас, в связи с санкциями и поставкой, в общем, технологий и так далее. Вам какие сложности вам, как компания, в отрасли создает? Вот. А второй вопрос по поводу тоже этого слайда про эмоции, мозг, мысли. Звучит как протезирование мыслей и эмоций, что сорвали аплодисменты у психиатров. Вот если вы знаете что-то, в каком направлении там идет мысль, вот этот психиатрии, неврологии и ваших чудесных технологий, сейчас есть что-то в России, ну, значит, команду условно. Вот, спасибо. Да, если говорить про санкции, то... На нас это начало влиять вот буквально сейчас. Единственный компонент, который мы используем зарубежный в протезах, это микродвигатели, которые у нас поставляются из Швейцарии. И в принципе их, ну, в мире там всего две компании, которые умеют делать хорошего качества двигатели. Это в Германии и Швейцарии. Вот. И с ними очень интересная история, потому что сам производитель никаких претензий не имеет вообще. Все, ребята, я сделал, отгрузил. Вот. Но вот недавно мы делали заказ, ждали заказ, и нам его развернули европейские спецслужбы на таможне. То есть производитель сделал, отправил, никаких проблем, вот, но спецслужбы развернулись, сказали, куда это вы везете. А мы везли в Армению, чтобы понятно было. То есть даже не в Россию. То есть мы в Россию даже не пытались везти. Соответственно, сейчас ищем разные пути, как все это обходить, параллельно выстраивать. Нашли что-то похожее в Китае, сейчас заказали китайские образцы, посмотрим, что у них получается по двигателям. Вот. Ну вот, в общем, пока единственная такая проблема есть. Из-за этой проблемы мы сейчас вынуждены даже приостановить изготовление вот самых высокотехнологичных протезов, потому что пока что не можем гарантировать сроки поставки комплектующих. Вот. А если говорить про психиатрию и интерфейсы для психиатрии, в России точно нет таких проектов, я не встречал их нигде. В мире вот чего-то системного тоже я не видел. Пока что это скорее именно про стимуляцию отдельных моторных действий, как самых простых с точки зрения доступа. Да? Это зрительное, слуховое и моторные. Моторное воздействие – это очень хорошо исследованные области, которые понятно, куда стимулировать, как стимулировать, чем стимулировать и так далее. Воздействие на настроение, там тоже лечение депрессии, об этом говорится, об этом пишутся научные статьи, но каких-то вот прям результатов я пока не встречал. Я думаю, что к этому обязательно придут. Здесь связано с тем, что те зоны мозга, которые отвечают за настроение, скажем так, да, они расположены в других областях, нежели доступны, скажем так, при обычной операции. Вот. И непонятен механизм воздействия для того, чтобы вызвать те или иные правильные ощущения, скажем так. Вот. Но я думаю, что к этому придет в любом случае, и не так долго, то есть еще лет 10-15, мы увидим какие-то такие эксперименты, я в этом уверен. Да. По поводу производства электромоторов. Почему никто в России не производит? Не думали ли вы, то, что проще наладить, так скажем, местное производство или найти подрядчика, который готов это сделать для вас? Скажем так, это направление было развито примерно до 80-х годов. С тех пор оно не развивалось. И вот эти 30 лет перерыва догнать практически невозможно сейчас уже. То есть, ну, условно можно, да, если мы возьмем, там, не знаю, 20 миллиардов инвестиций, и еще там на электромоторы, на микромоторы, да. Это не. У нас умеют делать условно большие двигатели какие-то, да. Вот. Но мы говорим о двигателях диаметром там, 8 мм. И ты в эти 8 мм должен вписать катушки, вписать подшипники, вписать шестеренки. Вот. То есть нам ни один военный завод не смог даже шестеренки сделать.
под наши протезы. Мы в итоге нашли парня в гараже, который делает шестеренки лучше, чем ростеховские заводы. Вот, поэтому как бы мы думали об этом, к нам обращались даже с разных министерств, типа, а может сделаем? Вот, мы говорим, ну вы делайте, а мы тут поищем в Китае что-нибудь. Вот, я не верю, что это возможно. Еще возникли вопросы. Когда мы навешали на протез несколько, ну, там, брелок, iPhone, карточку, как они работают именно с точки зрения, они работают как индивидуальное вещество, ну, как индивидуальные приборы или как система «Умный дом». И сразу же второй вопрос. Как срабатывают эти приборы, потому что не хотелось бы жить с протезом, в котором карточка, и тебе подошли там в метро и сняли деньги с карточки, потому что она сработала. Здесь, в принципе, если говорить про карточку, то защита абсолютно такая же, как у обычной пластиковой карточки, да, то есть там ничего сверхнового нету. А если говорить про другие девайсы, то поскольку связь идет по BLE протоколу классическому, да, любой BLE протокол можно взломать при большом желании, как бы это не так сложно. А, вот, поэтому здесь, ну, в целом любую систему электронную можно взломать. Ценность, скажем так, задача любой киберзащиты сделать так, чтобы взлом системы был дороже, чем информацию, которую можно украсть при этом взломе. Вот. И если говорить про протезы, то в принципе пока что, по крайней мере, там, взламывать протезы смысла никакого нет, то есть там нет никакой информации, да, то максимум, что можешь, это, не знаю, перехватить управление. И вот сейчас мы сделали, конечно, софт и функциональность, которая может обновлять прошивку протеза дистанционно полностью, да, и можно загрузить какую-нибудь прошивку, которая будет, там, не знаю, какие-то жесты неприличные показывать условно. Ну вот как бы зачем? Окей, ну можно, да. Но опять же не так просто, то есть мы там все условно классические методы защиты используем. Вот. Если говорить про там систему умного дома и так далее, то у нас пока не было, мы еще не делали протез, который бы прям мог управлять вот всеми-всеми разными гаджетами, то сейчас у нас управление идет строго одним устройством, то есть мы можем переключать управление от, например, модуля кисти там, на компьютер или от модуля кисти на, там, не знаю, машинку с радиоуправлением, да, и импульсами управлять машинкой и так далее. То есть нет какого-то вот мультиподключения такого. Вот. А технически как бы это возможно. Вот. Мы пока в это направление не идем. Во-первых, не было такого запроса. То есть у нас в России все-таки достаточно мало используется вот прям какой-то умный дом у людей. Вот. Поэтому мы в качестве экспериментов это у себя, конечно, балуемся, но вот чего-то прям системного пока не делали. Спасибо большое. У меня два технических вопроса. Вот заинтересовал, во-первых, имплантируемый электрод кончатый. Вот интересно, как он устроен и чем обусловлено расстояние между штырьками и, например, высота этих штырьков. И второй вопрос. Вот расскажите чуть подробнее о технической стороне технологии, связанной с оптикой, которая применяется для движения мышц. Не используете ли вы какие-то, например, прокрасные красители? Спрашиваю, потому что я тоже работаю с двумя технологиями, которые близко касаются вот этих направлений. Спасибо за вопрос. Если говорить про игольчатые электроды, то на самом деле там очень много разных конфигураций. Они отличаются. Есть игольчатые электроды для периферических нервов, есть игольчатые головные для головного мозга электроды. И они, соответственно, разные. Основная задача – это чем глубже условно проникает контакт в рабочее тело, скажем так, да, это мышца, нерв, там, участок головного мозга, тем лучше сигнал он может с него получать. Если говорить, допустим, про… Вот есть такая упрощенная модификация игольчатых электродов неинвазивных для поверхности, с поверхности кожи. У них иголочки нужны для того, чтобы протыкать верхний слой эпителия, чтобы получать гораздо более лучший сигнал с мышцы. Вот. И в инвазивных ровно то же самое. То есть это основная задача, это немножко проткнуть для того, чтобы считать лучший сигнал. И вот, допустим, там высота этих иголочек, да, это вот там фотографии были, они достаточно большие, а на самом деле это микроны. То есть это там 10 микрон, 20 микрон вот эти иголочки. То есть они делаются через
ну, с помощью специальных технологий микроструктурирования поверхности, то есть визуально вы их даже не увидите на этой пластинке. Вот. Но есть, например, очень интересные электроды для периферических нервов. Как раз таки первые эксперименты по отчислению протезов в Италии, которые проводились, они проводились с такими электродами, и там в электроде была одна иголочка, достаточно большая, и ее задача была насквозь проткнуть нерв, загнуть ее с другой стороны, чтобы, ну, зафиксировать электрод на непосредственно нерве. Вот. Такие кейсы тоже есть. Естественно, они более травматические, чем вот современные электроды полимерные. То есть сейчас электроды для мозга, и для периферических нервов, они, по сути, это, ну, такие трубочки диаметром там 1,3 мм примерно, с нанесенными металлическими контактами на них, поверхностями специальными. Полимерные контакты, платино-иридиевые в основном используются, сплавы, вот, и они как бы параллельно нерву подшиваются, прям подшиваются нитками к нерву, вот, и могут стимулировать, считывать и надежно находиться вот, за счет того, что научились правильно их подшивать, вот, могут, соответственно, работать без проникновения, непосредственно без такой жесткой фиксации через нерв с помощью иголочек. Вот. По поводу оптики, соответственно, каких дополнительных вещей мы не используем. У нас используются, если не ошибаюсь, инфракрасные светодиоды. Мы экспериментировали с зелеными, с инфракрасными, и инфракрасные показывают лучшее проникновение на большую глубину и лучшее качество сигнала. Вот. И, соответственно, в принципе, больше, ну, пока выглядит так, что больше ничего не требуется. То есть вот массив из, у нас получается массив из 12 пар приемник, светодиод приемник, потом мы их программно увеличиваем вот там до 48 и до 64 каналов, переключая просто между собой. Вот. И этого достаточно для того, чтобы считывать вот все те мелкие движения, которые, собственно, возникают в руке. К сожалению, вопрос уже можно будет задать после лекции. Давайте поблагодарим Илью. Да, спасибо, друзья. Когда мы это мероприятие только анонсировали и рекламировали, я думал, что, ну, наверное, не очень интересная тема для большой аудитории, протезы. Вот, но я надеюсь, что вы также прониклись тем, насколько это на самом деле классная тема. И то, что вам понравилось. Огромное спасибо вам за вопросы. Вот сейчас самая приятная часть мероприятия, кроме самой лекции. Надо выбрать три лучших вопроса. Я следил за твоими комментариями. И тебе понравились вопросы вот про то, как создают управление пальцами, если я не ошибаюсь. Да. Вот от молодого человека в полосатой футболке. Потом, как избежать ток утечки и нагрев датчиков. Ну, там комплекс вопросов, да. Так, и про доступность современных технологий для желающих. Это когда 5 человек каждый месяц. Вот, все правильно? Да, да. Вот, я попрошу авторов этих вопросов выйти, мы вам подарим небольшие презенты и сфотографируем вместе с Ильей. Сфотаться может просто так. Да. Если вот молодой человек с косой, ваш вопрос был, что вы тоже выходите. Мне тоже. Спасибо. Спасибо вам за отличный вопрос. Спасибо вам за то, что вы пришли в субботу на лекцию, вот, потратили свое драгоценное время. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Во-первых, на следующей неделе у нас будет лекция про лучевую терапию. Тоже очень интересно на самом деле. Там про, вот, слышали все адронный коллайдер, вот все вот это. То есть все то же самое, только про медицину, как это используется. Во-вторых, вопрос, так скажем, с прицелом на будущее. У нас есть идея провести такой научно-популярный квиз. Как вы к этому относитесь? Поднимите руку, если вам это нравится.
Потому что, да, мы никогда такими формат не проводили, но очень хочется поэкспериментировать. И если все получится, то 11 августа мероприятие пройдет. Вы заранее об этом узнаете через наши анонсы. И последнее. Еще раз спасибо за то, что вы пришли. Как только вы будете выходить, вы сможете перекусить, попить чай, пообщаться между собой. На этом все. Спасибо.